Долгосрочное соглашение по созданию венчурного фонда подписали в Ульяновской области агентство стратегических инициатив по направлению развития национально-технологической инициативы. Проект долгосрочный предусматривает привлечение частных инвесторов на партнерских условиях с экспертизой от ОСИ. По большому счету, это набор региональной команды бизнесов, для которых участие может стать первой ступенью выхода на зарубежные рынки. Для того, чтобы эти проекты с необходимой динамикой развивались, вот партнерство с веб-инновациями является таким одним из ключевых элементов. Во-первых, безусловно, это деньги, которые будут вкладывать на приоритетных началах веб-инновации регион в эти проекты. Это, безусловно, экспертиза, которая есть у веб-инновации. Благодаря вот их оценке и сопровождению, вероятность успешного развития этих проектов, конечно, она качественно повышается. И третье – это сами проекты по направлению технологической специализации региона. То, на чем мы сейчас делаем ставку – это и возобновляемая энергетика, это и беспилотный транспорт, это электронное здоровье. Поэтому во всех этих направлениях проекты с поддержкой этого фонда, мы уверены, будут очень эффективно, интенсивно развиваться. Для бизнеса, возможно, более крупного, состоявшегося и устоявшегося на ульяновской земле, предлагается совершить мини-революцию и обратиться лицом к Европе. Прежде всего, за полезным опытом социально ориентированных моделей взаимодействия уровня компания-общества. Об этом говорил Сергей Морозов на форумной сессии «Государство и бизнес». Например, в Европе крупные корпорации достаточно активно реализуют проект в сфере образования, культуры, здравоохранения, ну и так далее, без бизнес-составляющей. То есть не извлекают прибыль, а они делают все, чтобы развить потенциал человека, сделать его культурным, богатым, богатым с точки зрения культуры, образованным человеком. Вот у нас на наших предприятиях, в наших крупных корпорациях это просто редкость. По крайней мере, вот мы для себя такую задачу поставили у себя в регионе и сейчас активно готовимся, чтобы 2020 год посвятить вовлечению крупных компаний, градообразующих компаний в Ульяновской области, в то, чтобы они стали вот в таком виде социально ответственными. Кстати, о европейцах и иных иностранных партнерах. Ежегодно они находят на питерском форуме достойные предложения от нашего региона. Совместные проекты возникают, растут и расширяются. Очередное соглашение подписано со шведами. В ближайшие годы нас ждут новые рабочие места. Завод по производству автокомпонентов планируют открыть в Заволжье. Наш проект заключается в создании эффективной компании в Ульяновске по производству комплектующих. Основные потребители продукта – это производители тяжелых грузовиков, такие компании как Volvo, MAN, Scania и другие, которые уже локализованы в России. Мы с очень большим воодушевлением смотрим на этот проект, ожидающий большой успех. Четверг и пятница Санкт-Петербургского международного экономического форума оказались весьма плодотворными для нашей делегации и всего региона в целом. Ожидается, что и суббота, день закрытия ПМЭФ 2019, не пройдет для Ульяновской области впустую.